Речной вокзал в Твери будет воссоздан. Об этом заявил губернатор Тверской области в прямом эфире нашим коллегам. Также Игорь Удени отметил, что здание речного вокзала, уникальное по своей архитектуре, изначально было построено с технологическими нарушениями. Уже в течение первых 10 лет после его строительства исследования подтвердили ошибочность технических решений и материалов. И далее ряд исследований это тоже подтвердил. В настоящее время на территории речного вокзала завершились археологические раскопки. Была проведена большая работа, в ходе которой найдено около 22 тысяч уникальных предметов 13-20 веков. Сейчас началась стадия проведения инженерных изысканий, которые лягут в основу проектирования будущего кластера. Уже подобрана проектная организация, сформировано техническое задание на разработку документации. Также планируется развитие всего культурно-исторического кластера, прилегающего к речному вокзалу территории, обустройство набережной. Идет разработка концепции. Мы сегодня провели огромный объем работы с одной только целью по восстановлению речного вокзала в том же архитектурном виде, в той же конфигурации, но только уже на новых фундаментах из новых материалов. Хотелось бы предложить нашим активным гражданам, кто не покидает эту тему обсуждения, чтобы они присоединились к нам и внесли предложение о том, как правильно использовать функциональное пространство уже нового восстановленного речного вокзала.